Приветули, небольшое обращение перед началом ролика. В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Boosty, группу ВК или Telegram. Либо на что-то одно, либо на все вместе, как хотите. На Boosty есть контент и сейчас, но если вдруг будет плохо с доступом и вам не нравится, допустим, ВК, на котором 2 года уже дублируются все реакции, я буду публиковать в открытом доступе, так же, как на Ютубе публикую, но на Boosty. А в телеге просто новости, чтобы вы знали и были в курсе дел. Большое спасибо за внимание, приятного просмотра. Валера, привет. Сейчас у нас, значит, очень странная игра. Слава богу, ты здесь. Говорят, игра балдеж, поэтому мы тут. Кастрюлю насрали. Крохотные пироги, крошки Тома. Да, я буквально смотрю, Валера сделал, и у него превьюшка, и такой смотрю, какой, у какого-то чела такая же превьюшка, я такой, стоп, видос Валера, смотрю, а это нет, это не Валера, не понял. Меньше просто не бывает. Горбы, не бобы, что-то среднее и прекрасное. Барбара, доставай большие тарелки. О, Найджел. Порадуйте жену, подарите ей лучшее, подарите ей большие пироги большого Рона. Маш маслом безумного база. Масло классно. Масло мажем. Маш маслом. Безумного база. Семья. Любовь. Угольная шахта. Приезжайте, Брансфорд. Здесь хорошо. Этот Брансфорд, это место странное, но им нужен наш товар. Сегодня договорился о встрече с самим лордом-мэром. Так что не опоздайте на автобус. Ты вообще слушаешь? Почему у него упаковочная лента приклеена на голове? Я не знаю. В чем прикол? А это наши подписчики на Boosty, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Boosty в описании. Ты прохлаждаешься или нет? Давай, шевелись отсюда. Это я? Как встать? А, я здесь работаю. Это мой любимый офис. Это мой любимый босс. Бэнсворд ждет, юноша! Я понял, я иду. Бэнсворд, в окно? А как выйти? Ля, ты тупой, иди в дверь. В окно, как выйти в окно. Понял, босс. Босс, тут нет двери. Двинуть, может, тебе, мистер босс? Я агрессив. На тебе банка. Ого. Кэрол, пришли кого-нибудь снова наполнить кулер. Снова на... На тебе банка. Ого. Кэрол, пришли кого-нибудь снова наполнить кулер. Да-да-да, опять то же самое. Хочу воды, хочу воды. А, у нас реально выход, подождите, из офиса в окно? Босс, ёлки-палки, ты угораешь? Давай, до пятницы. Боже мой, юноша, дверь была прямо перед тобой. Чтоб меня черти взяли, мы на 10 этаже. Ну как-то об этом надо, наверное, сообщать. Ебать, чел занимает собой это. Все лобовое. О, нормально. И работник Джефф сразу попал на автобус, идущий прямиком в Бансворд. Слава богу, ты здесь. Прости, дорогуша, господина мэра совещание, это на пару часов. Посиди тихоньку, а я скажу, когда он освободится. Хорошо, милый? Главного героя не Конечно нет! Я же Джефф. Она собирает солитер и там, и там. Какая женщина. Я на вид не очень агрессивный парень. Мэр, сколько ждать? Ну, понятно, не дождусь. Что там? Ого, как прекрасен этот ваш Бансворд. Кто тут ноет-то? Ладно, что я вышел-то? Пусти теперь обратно. Добрый день, хряк. Доброе утро, юноша. Почему я такой маленький? Рад тебя видеть. Ха, а я нет. Я грубиян и быдло. На. Я вижу, в чем твоя проблема. Большой толстый мальчик. Нет большого ума, засунул руку туда. Я увидел там 2 пенни, но рука застряла. Может, поищет для меня смазку? Нет. Валера начнет искать пилу, чтобы сыграть с ним в игру. Мой мальчик, попробуем без смазки. Не нужно что-нибудь... Жирное, скользкое, чтобы освободить руку. Руку. Так, ладно. Надо что-то скользкое найти. Я помогу всем в этом городе. Здравствуйте, у вас есть что-нибудь скользкое и слизкое? Каждый раз не знаю, что тут писать. Сегодня специальная акция. Скидки, предложения, ритуальные услуги, кэшбэк, санкции, физиопроцедуры. Какой чудесный город. Никаких шуток с 9 до 17. Подождем. О! Видели? Тайминг! Сука, этот скуфчик маленький с меня сделан просто. Мне нравится. Что случилось? Какая бабка.
Друзья, я вижу, у вас тут какая-то такой-то ситуация. Простите, мистер, мы сейчас не работаем. Потому что этот остолоп потерял мои ключи. И теперь нам надо ждать этого никчемного слесаря. Мисс Мек, простите, вот что это за человек? Кстати, меня зовут Джефф, и я лучший слесарный сыщик. Слыщик. Pay no granny tax. А, бабушкам платно, понятно. Какой чудесный город, этот ваш забыл его название. Что тут за мусорная тряска? Ты тут живешь? Плати аренду, блядь! Джефф на страже города. Зачем я всех луплю, я не понимаю. Мне дали эту кнопку, я ее нажимаю. Причем она всего одна. Вам жевать тут запрещено. Проснитесь. Мужчина. Да ты не спишь, обманщик, врун, негодяй. Чтоб на тебя голубь насрал, ты. О, это будка полицейского, я могу сообщить о бомжах? Прости, какого хрена ты там делаешь? А ты заплатил налоги? Я вообще не местный. А, он там считает налоги. О, пивнуху открыли. Не хочу портить все... Натирает свою дубинку. Всем чаепития, но что с моим ростом? А почему я настолько маленький? Слышь, Годзилла, ливани ко мне пиво. Капелек 8. А что тут, не обслуживают, что ли, маленький? Куда я? Раз ты штангу... Микрочелов не обслуживают. Капелек 8. Такое ощущение, что он все меньше и меньше становится. Да. Не сочти за труд встряхнуть бочки. Где я там? Понял. Наконец-то то, что я умею делать. Готово! Я тут все починил. Почти. Меня всосало пиво сейчас. Жесть, я в пивной чаче, ребята! Всем привет! Если б море было пивом, я б дельфином стал красивым. Бутыльчик Рик, здорово. Я был в раю, верни меня. Я хочу обратно в этот бескрайний пенный космос. Спасибо за пиво, очень было вкусно. Извините за кружку. Что дальше мне нужно сделать? Пиздец, что происходит, блин? Опа, что тут за толпа? Что тут, концерт? Не, так не выйдет. Точно! Масло! Оно поможет смазать, вытащить, втащить. Я думал, я не захочу играть в это говно, но может быть оно того и стоит. Тебя заинтриговало? Ну, если ее Валера сейчас пройдет, то смысла в этом не будет. Я бы тебя угостила пирожком, но мы еще ничего не испекли. Ну, тетюшка Мэг, ну... Пеки, че стоишь? Вот так-то, буду тут буянить. Что ты, дистрофик, скреби пол. Да ты аппендикс переверни, швабру. Star only. Это мне. Какой я всратыш. Жесть, меня жмыхнуло, что за... Так, мне нужно только кусок масла. Ага, извините, это мне не особо надо. Почему бобы дергаются? Все ради толстого мальчишки. Спасибо за масло. Только не сожри, пожалуйста. Да ты еб... Что это? Это сука! Конченый, блять, он его сожрал и получил силу. Да ты еб... А что это? Это трипенца. А теперь скажите мне, монеточка, где же тебя потратить? Невероятное везение. Это же колодец желаний. Лети, монеточка. Ох, какой же ты олень. Копейка рубль бережет. Весь город в масле. В земле дыра. Чтобы эта пивная кегля просто выкинула монетку, я это так не оставлю. Я никогда не видел такую здоровую дыру. Там деньги. О, узковато. А где деньги? Дико извиняюсь, просто тут где-то пара шекелей. А где монетка? Так, погоди, что обо всех. Где мой проклятый ключ? Это небось бишь продавец рыбы совсем крышей съехал. И так что давай иду туда и найди его. Не то есть нам холодную картошку до второго пришествия. Извините, слишком грубо вы меня выкинули, честно говоря. Это вам за грубость, это за... Просто прописал в глаз. Небрежность, это просто так, это... За то, что у нее три сиски. А, собственно, неважно. Конечно, я всем помогу. Джефф любит помогать. My name is Jeff. Рыбная лавка. Вон туда. Стоять. Что видно? Я высматриваю цыпочек. О, 100 понимания, 0 осуждения. Горсовет требует, чтобы мы закопали собак до конца дня. Так мы называем укладку труб. А укладкой труб мы называем перепихон. Что? Так чем вы по итогу занимаетесь до конца? Да, я тоже такой, стоп, что? Дня... собак? Секс? Мне кажется, я пошел не в ту сторону. Кто говорит? Эй, привет. Да где привет? У меня есть сосиска. Хочешь? Держи. Мужик, у тебя сосиска упала. Ничего, у меня есть еще одна. Ну давай.
Ой, снова упала. Ничего, в доме их много. Сейчас вернусь. Хорошо, подожду. Мне суют сосиску в дырку. Ребят, третью сейчас будут. Я хочу еще. Мужчина, я сейчас перелезу к вам через забор. Лично заберу у вас сосиску. Чтобы не через забор, а из рук в руки. Чтобы типа культурно. О, привет. Это же Сэнди Чистый Дымоход. Как мне попасть в рыбную... Жесть. Можно хелп? Ну не переживай, малыш. Я тебя живо спущу. Не надо. То есть вместо того, чтобы его вытащить, она ему... Но она же видела, что он намеренно туда прыгнул. Надо было в рыбную лавку идти. Здравствуйте, Светлана с компанией Reflame. Ничего. Капец. Страшно, юноша. Будешь уходить, возьми яишки с хлебушком. Да не надо, мне там сосисочку торчат в заборчике. Я воспользуюсь окном, спасибо. Что за жизнь? Слава богу, ты пришел. Я сосу шланг все утро, до сих пор не высадил ни капли. Надо скорее плеснуть водички на эту земельку. Я, конечно, не уверен, что шланг так работает. Дай я пососу. Мы пойдем прям по шлангу и разберемся, где собака зарыта. Полезай внутрь, Джефф. Не, я умру. Обещаешь? Кругом обман. Привет, я... Кругом обман. Обещаешь? Что сказал? Кругом обман. Кругом обман. Привет, я червяк. Я люблю дождь. Я люблю бить. Я боюсь представить, куда тянется этот шланг. Подожди, этот шланг прется просто через весь город? Нормально. Просто в кран. Так, мужчина, кран не выключайте, там в соседнем городе огурцы поливают. Слава богу, ты пришел. Витрина в ужасном состоянии. Да я вижу, тут все в куче. Рыбы, люди, сигареты. Но это же витрина для рыбы, пусть... Какого... Слушайте, у вас вся рыба... Какого хера, действительно. Big smoke. Блять, я думал, это крапа, это рыба, которая сожрала ключ. Испорчено. Ёб твою, а с этой что? Что это у нас тут? Джаспер, я понятия не имею, как эта штука сюда попала. Ага, загоняй кому-нибудь другому. Выдаешь мои гаечные ключи за селедку? Мы же 40 лет дружим. Не оправдывайся, жирный ты карась. Я забираю его в ящичек, где ему самое место. Хорош, мужик. Нельзя курить, помрешь. В пачке сигарет рыбы, которые курят. Я ожидал, что из сигарет выйдут еще рыбы, и они тоже курят. Думаю, надо, короче, рыб на лед, а сигареты в пачку. Меня хватит. Все. Спасибо за просмотр. Увидимся.